Меня зовут Елена Деткевич, я владелец Центра красоты Air Beauty, а также я являюсь автором и разработчиком своей собственной линии продукции. И снова здравствуйте, с вами Алексей Рябков, рядом с нами Деткевич, и у нас программа сегодня посвящена, как это страшно не звучит, бровям. Вот, от тебя я узнал, что действительно брови – это целый мир, который требует своей деликатности, своего ухода, своих каких-то нюансов. Я знаю, что ты больше 7 лет занимаешься бровями и проходила стажировки, обучение не только в России, да, но еще где-то за границей. Да, действительно, я занимаюсь уже очень долго бровями, ресницами, и это целый огромный мир, который несет за собой просто столько новшеств, особенно за последнее время, для женщин. И брови, это можно сказать, что сделал брови и считай, часть макияжа уже готова. Ну это прям на лице все видно. А где ты обучалась? Я обучалась как в России, в Украине, Белоруссии. Также я обучалась в Европе, во Франции, Испании, Германии. О. А что сегодня современная косметология предлагает девушкам, женщинам, а не может даже некоторым мужчинам, да, сейчас это тоже становится популярным, в плане бровей, да? Ну, то есть вот какие мифы ты можешь разрушить, да, или что на самом деле происходит здесь? На самом деле сейчас это очень большой тренд на брови идет. Сейчас, допустим, что самое популярное делать в бровях, например, это делать био-татуаж. Это техника, которая несет в себе натуральность, так, естественность, потому что сейчас многие женщины, они за натуральную красоту. И я очень поддерживаю их в этом. Да, я тоже, на самом деле. И я считаю, что чем женщина выглядит более естественно, натурально, тем она более привлекательна. Соответственно, я в своих методиках стараюсь создавать такие техники, которые будут очень доступны для мастеров, да, так как я провожу обучение, ну и для женщин. Потому что если человек приходит к нам в центр и делает процедуру био-татуаж, то он ее получает очень быстро по времени, да, и очень качественно, потому что эта процедура держится довольно-таки долго. У тебя больше 100 методик, да, специальных по уходу за бровями. О чем они это? Что это такое? Ну, просто вот я, может быть, человек, не очень посвященный в эти вопросы, мне хочется понять, да, 100 – это про что? Брови? Что там может быть такого интересного? На самом деле, я постаралась все знания, вот какие у меня на данный момент есть, упаковать их в методики, в кейсы, чтобы каждый ученик, который приходит к нам на обучение, он мог зайти, например, на нашу страничку в Инстаграм и посмотреть просто детально, что у нас не просто обычные стандартные наборы обучения, как это в других школах, а то, что у нас есть уникальные методики, там, где мы рассказываем за мужскую коррекцию бровей, например, да, мы рассказываем за спа для бровей, мы рассказываем за техники, например, модные, так как амбре бровей, техника простого карандаша, шлифовка бровей. Я рассказываю о том, что мы сейчас брови не только красим, но мы их тонируем, и это тоже разные техники, и, соответственно, чтобы донести информацию, да, до мастеров прежде всего, и они увидели, что здесь это не одна общая техника, пришел, накрасил и отправил. Это очень-очень много методик, да, я их просто разделила в различные кейсы. Целая методология. Да, это методология. С некими критериями, с оценкой, это очень здорово. Да. Ну, то есть в наше современное время, ну, редко встречаешь такой глубокий подход. Я знаю, что
не только методологически ты подошла к работе с бровями, но в том числе, и мы касаемся только одной маленькой темы, да, mm-hmm. вот в этой области красоты, я знаю, что этих направлений у тебя несколько, да, но мы сейчас говорим только про брови. Вот, и кроме того, ты разработала специальные средства для ухода за бровями, специальное их обслуживание, да, там и спа для бровей, и поговори об этом еще. Да, что касательно моей авторской методики, в плане косметики, так получилось, что мои клиенты, они являются двигателями меня. И я подталкивают тебя к новым вершинам. И когда я стала сотрудничать с различными брендами, я столкнулась с тем, что в одном бренде есть одно, да, но другого нет. Эффективное средство. Да, и так как мы работаем более 12 брендов, которые вообще есть, да, я выбрала определенные бренды, которые мне нравятся, но там постоянно чего-то не хватало, и я поняла, что наступило уже время, что я могу создать что-то свое. И когда я писала свои кейсы, да, свои методики, мне потихонечку приходила информация о том, что я хочу создавать и свои скрабы, свои, например, вот у меня одна из популярных продуктов – это молекулярная вода, молекулярный шампунь, гелевая сыворотка, кондиционер. Я создала масло с биопептидами роста. То есть, если подходить к обработке бровей, к их уходу профессионально, то… Оказывается, на рынке, несмотря на все вот это обилие различных косметических средств и средств по уходу, все равно есть дефицит специальных средств для того, чтобы качественно, профессионально заниматься уходом по бровями. Это подтолкнуло тебя к тому, чтобы разработать эти средства и дать своим клиентам тот высокий уровень профессионализма, да, который оказывается в твоем центре красоты. Какие-то средства, давай пока про каждое поговорим чуть-чуть подробнее, потому что действительно очень интересно. Это такой ноу-хау в этой области. Да, ты, получается, действительно и автор очень подробной методики, очень такого профессионального подхода, но ты еще двигаешь эту сферу вперед, открывая какие-то новые совершенно перспективы по уходу за бровями, которых ну, просто вот до тебя, получается, и не было. Да, можно поговорить о каждом. Например, вот я создала скраб для бровей. Он не один, там идет два вида скраба. Скраб с кокосовой косточкой и скраб с абрикосовой косточкой. Преимущество и отличие от других, то что данный скраб можно использовать в виде маски. Он уже содержит в себе молекулярный шампунь, который очищает. Скраб снимает очень хорошо роговевший слой кожи, благодаря чему окрашивание будет ложиться идеально ровно. Более глубокой, более да. краска будет лучше контактировать с волосами бровей, да? Да. Например, второй продукт, который я создала, это гелевая сыворотка-кондиционер. Она защищает от внешних воздействий очень хорошо. Она увлажняет, питает, фиксирует, да, брови. И утром встал, нанес. И у тебя, допустим, вот до вечера они будут просто в идеальном состоянии. То есть очень хорошая еще фиксация. Ну, действительно, мы находимся постоянно в таких очень активных средах, да, что летом, да, что и зимой, и перепады температур. И если наш организм умеет с этим справляться, да, то химические составы, красители, которые используются в красителях, да, они могут по-разному себя чувствовать в различных условиях, и нужны специальные там, присадки, средства, да, которые вот, и с одной стороны сохраняют этот химический баланс, а с другой стороны обеспечивают, собственно, и сами брови, да, и лицо. Ну, вот что касательно гелевой сыворотки, я туда постаралась еще включить витаминный комплекс, и мы уже добавили туда ботокс шелк. Это специальный состав, который делает волоски более гладкими и шелковистыми, помимо фиксации. И тоже нуждается в защите. Да, это как защитная функция. Дальше мы создали молекулярный шампунь. Да. Молекулярный шампунь – это специальное пенящее такое вещество, которое очень хорошо очищает сами волоски. То есть, если смотреть на наш волосок… Ничем отличается от обычного вот шампуня? Ну, то есть, вот… Ну, кто-то моет шампуня по старинке тем, что мылом, он, шампунем, да. Именно является очень хорошим, глубоко очищающим компонентом.
Это вот как бы основной фактор. Так. И если смотреть под микроскопом на наш волос, то наш волос, он состоит в виде шишки. Так. Вот. И когда мы наносим шампунь, волоски раскрываются, и когда потом впоследствии наносится краситель, краситель очень хорошо проникает в глубокие слои волоса, за счет чего потом окрашивание держится дольше. То есть эти средства, они очень хорошо дополняют и усиливают друг друга, и наиболее яркий эффект проявляется, когда они применяются в комплексе, да? То есть вот да, это комплексная процедура. Дальше, например, мы создали молекулярный шампунь, который идет уже с витаминным комплексом. То есть это средство, которое помимо очищения, оно еще витаминизирует. Один из таких вот ноу-хау – это молекулярная вода. То есть такого в мире еще нет. Это моя авторская, уже запатентованная методика. Чем она отличается от мицеллярной воды? Тем, что мицеллярную воду нужно смывать обязательно. Молекулярную воду смывать не нужно. Она просто впитывается. Да, да, да. То, что она очень бережно очищает все загрязнения, но она не вымывает составы те, которые мы наносим. Это именно профессиональное средство. То есть она химически прям предназначена для того, чтобы вступать в реакцию, да, с теми средствами, которые используются для ухода и окрашивания. Да, но она такая более бережная считается. А дальше мы создали масло с биопептидами роста. Основная проблема сейчас у женщин – это то, что брови у многих плохо растут, у кого-то они очень сильно перещипаны. И после процедур нужно обязательно питать, наносить масло. Это просто вот как мантра должна быть. Я так полагаю, что, я так понимаю, что для того, чтобы был качественный уход, то нужно заниматься этим системно и не просто один раз прийти к специалисту твоего центра, а как-то вот в течение какого-то длительного времени, да, осуществлять специальный профессиональный уход для того, чтобы поддерживать свои брови, да, в нужном качестве, в нужном здоровье, в нужной защите. Какой период, на твой взгляд, минимальный должен быть? Или... Знаешь, я очень индивидуально отношусь к каждому клиенту, и я никогда не говорю массово на всех. Я всегда говорю, вы придите к нам на консультацию, мы посмотрим лично, что у вас и как у вас. Какая и у вас индивидуально кожа, под вас подберем уход, подберем составы, подберем определенные красители. Мы подберем методику нанесения, и у нас каждый клиент, он у нас в базе, у него на каждого заведена карточка, то есть... Как в клинике практически. Да, у нас в этом очень серьезно, поэтому наши клиенты, они ходят по 7-8 лет. Хорошо. Для того, чтобы получать такой уход, необходимо, ну, быть в постоянном контакте с вашим центром красоты. И я знаю, что вы прям целенаправленно идете навстречу своим клиентам и предлагаете им условия, при которых они могут всегда получать качественный уход. Что это за условия? Условия разные. У нас сейчас, наверное, такая как бы актуальная услуга – это услуга абонементов. Когда наши клиенты приходят, покупают абонемент на полгода, на год и ходят в течение года, делают какие-то накопительные процедуры для бровей и ресниц, какие-то спа-комплексы делают различные. И их это стимулирует. То, что вот они говорят, если бы абонемента не было, то они обычно забывают еще какие-то моменты, а здесь уже какое-то чувствуется уровень ответственности, что нужно ходить постоянно делать. Очень радует, что есть такой системный профессиональный подход. И я знаю, что ты в своем центре занимаешься еще и обучением. Да? То есть другие мастера могут прийти в твой центр и пройти профессиональное обучение вот этой методике для того, чтобы повысить свой уровень до вот этого современного уровня, такого подробного, такого глубокого. Кто может записаться, какие требования к
тем, кто приходит? Сколько времени длятся курсы? Смотри, у нас есть обучение для всех. Это с нуля и до профессионала. То есть человек может сразу взять курс. Это базовый курс для новичка. Есть курс стандарт. В этом курсе уже, если новичок прошел обучение, он может идти учиться дальше и повышать свой уровень. Есть уровень именно уже профессионал. Это когда, например, мастер где-то проходил обучение, он начал работать, и он чувствует, что ему не хватает знаний, и он просто берет повышение квалификации и идет учиться. Есть отдельный такой вот уровень профессионал плюс, когда ты приходишь, там уже более сложные программы, там уже более сложные техники, сложные отработки. Этот уровень подготавливает мастера стать технологом. То есть такая вот ступень. И есть уже наивысшая степень, это технолог, преподаватель. Мы тоже проводим эти обучения, когда мастер становится уже технологом. И там тоже идет три ступеньки. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. Три уровня технолога. Очень здорово. Сейчас тенденции рынка заставляют уходить многих в онлайн. Можно ли обучаться твоему искусству, твоему мастерству не только вживую, да, а также в онлайн? Есть ли какие-то ограничения для этого? На самом деле сейчас онлайн действительно очень популярен. Мы запустили онлайн-школу. И сейчас, в ближайшее будущее, все обучения у нас будут больше проводиться в онлайне, потому что есть ученики, которые живут в других странах, и они по определенным причинам приехать не могут лично, хотят, и они уже к нам приезжали и были, и поэтому мы сейчас планируем запускать мировую онлайн-школу. Для тех людей, которые хотят получить сейчас уже профессиональный уровень услуг в этой области, как им понимать, что туда, куда они пришли, они действительно получают этот уровень услуг? На что нужно обращать внимание клиентам, приходя в бру-бар или приходя к мастерам по бровям, что это, ну, тот уровень услуг, за который, ну, действительно стоит платить свою цену, и что вы попадаете профессионалам, и вы получите, не испортите свои брови, по крайней мере, да, а наоборот, получите надлежащий уход. Какие признаки вот такие внешние есть для тех людей, кто обращается? Ну, основные признаки обычно клиенты, они сами чувствуют сразу, потому что у каждого клиента у них есть своя некая потребность. И у каждого ученика своя потребность. И я все-таки всегда за индивидуальный подход. И не люблю массово давать на всех определенные какие-то правила, потому что у нас они индивидуальны под каждого. Но если смотреть, например, с точки зрения клиента, то здесь нужно обязательно обращать внимание на уровень составов, на каких вот работает центр красоты, обращать на уровень мастерства, потому что есть такие мастера, которые они отучились один день, и все, на этом они больше нигде не учились. А есть такие мастера, которые вообще нигде не учились, они просто в онлайне посмотрели, да, какие-то видео, и они уже решили, что они мастера. И этого очень мало. И есть такие мастера, которые, как оказывается, уже и по 3, и по 5 лет уже работают мастерами, но они нигде не учились. И они вот там очень, например, перещипывают брови, да. И, соответственно, уровень образования в бровях сейчас не такой хороший, как хотелось бы, но я стараюсь этот момент исправлять. И мы всегда всем своим ученикам говорим, что вы приходите на один из наших курсов, но должны понимать, что вам нужно учиться идти дальше. Если смотреть с точки зрения ученика, вот вы пришли в обучающий центр, и как понять, что здесь профессионалы, здесь нужно однозначно, первое, это пообщаться с главным технологом, да, узнать, где этот технолог проходил обучение, есть ли у него какие-то свои авторские наработки, потому что если человек просто передает методику, где-то учился он до этого, он просто скопировал и продолжает, то этого очень мало. И, конечно же, нужно обращать внимание на стаж работы. Потому что технолог, он должен сам проработать мастером. И я считаю, он должен проработать мастером хотя бы 4-5 лет. И только тогда он уже имеет право преподавать.
Твой центр является неким таким законодателем мод по бровям в Санкт-Петербурге. Не боюсь этого слова. И тем не менее, кто может прийти сюда как клиент, на какой бюджет нужно рассчитывать, да, для того, чтобы получить качественный уровень услуг, и какие вообще, может быть, градации предоставляемых услуг у вас существуют? На самом деле, что касательно этого момента, то клиенты у нас разные. И больше всем везет это нашим постоянным клиентам или тем, кто к нам ходит уже долго, потому что для них вообще существует у нас бонусная система. Они платят нам довольно-таки бюджетно, потому что мы ценим каждого своего клиента. То есть у вас очень развита программа лояльности? Очень. То есть очень. Прям новичок, когда приходит, естественно, он платит по общему прайсу, но потом он становится нашим постоянным клиентом, и мы сразу ему предоставляем определенные бонусы, и он просто потом уже становится нашим самым постоянным клиентом. Ну, насколько я знаю, базовые услуги у вас находятся на средних ценах рынка. Да, средние цены. А что вы предлагаете людям, которые привыкли получать все самое лучшее? Конечно же, VIP-пакет. Что можно туда входить, в отличие от базового набора? Ну, VIP-пакет, он прежде всего включает, это премиум составы все. То есть человек приходит, и он получает, ну, лучшие составы, которые вообще есть в мире. Потому что я слежу за этим. Все, что выходит новое на рынок, я закупаю одна из первых. Потому что я посещаю все конференции, мастер-классы, семинары. Ну, то есть я за этим очень сильно слежу. Что ж, как записаться на прием? Где вас искать для того, чтобы получить профессиональный уход за собой? И где научиться такому профессиональному уходу? Куда обращаться? А вы заходите на наш сайт airbeauty.center. У нас есть онлайн-форма. Можно записаться прямо даже через сайт. И для тех, кто записывается прямо через сайт, у нас всегда идут подарки. Ну что, спасибо большое, Елена, и за такой содержательный разговор. Спасибо всем, кто был с нами. Алексей, я тебя тоже благодарю. Я благодарю вас. Желаю всем хорошего настроения, позитива. До встречи. До встречи. Пока.